Начну со срочных новостей из Мексики. Там взорвался трубопровод, погибли не менее 20 человек, еще 54 ранены. Всего на месте было не менее 350 мексиканцев. По предварительным данным, они пришли с канистрами, чтобы собрать топливо на месте утечки или незаконной вырезки, когда и прогремел взрыв. Там сейчас работают представители энергетической компании. Ликвидировать последствия ЧП помогают военные.